Ребята, всем привет, с вами Александр, легенда Драконмании, и у нас тут парочка новых акций, ну, о которых вы уже должны знать. У нас идет акция «Скоро зима», кстати, что-то короткая такая, всего каких-то несчастных 3 дня. Ну, на самом деле, «Скоро зима», у нас какое сегодня число? У меня, наверное, сегодня 4-е, вы видите это видео 5-го числа, и у нас потеплело, снег растаял. Вот так вот у нас началась зима. Так, что у нас здесь есть? Временные фрагменты для дракона костяшку, но это нужно крутить рулетку, так, ну, больше света. Здесь нужно выводить всех, как обычно, нифига не видно на эмуляторе, что-то его подглючило. По выведению драконов участвую. И скоро зима. То есть я вот здесь на втором этапе, и я заметил, что вот как бы вот эта акция стала паскудной, вот очень паскудной. На втором этапе было задание собрать 20 раз собрать еду с ферм, и там просто жесть какая-то. И вот сейчас идет тоже вот этот выигрывайте битвы, собирайте золото, просто, ну вот как бы цензурных слов не хватает, чтобы выразить. Пул всего лишь 2, то есть тупо каждых 10 минут нужно сидеть в игре, то есть нельзя зайти там раз в час, раз в два, собрать там 5-10 этих штук, тупо каждых 10 минут. То есть, если ты зашел в игру через час, то все равно у тебя пул 2. То есть, 10 минут. Это полный бред. Разработчики вообще там головой упоролись. То есть, ты должен круглосуточно сидеть в этой игре. Каждых 10 минут ее запускать. Это вообще уроды. Вот такие вот дела, ребята. Так, ну, по поводу битвы сейчас посмотрим. Существ тоже, кстати, мало очень. Ну, разработчики вообще сделали еще хуже, чем было. Так что вот давайте сейчас будем смотреть, как это все выглядит. Если раньше как бы у нас можно было через несколько часов зайти и здесь наловить сразу там 50 существ, то сейчас какой-то трэш. Они, в общем-то, часто висят на месте, вот их, ну, как бы незаметно особо. Они тупо висят. Такое бывает. Ну вот, 10 минут. То есть 10 минут жди. И если зайдешь через час, то как бы у тебя все равно больше, чем 2 ты не соберешь. Это жутко раздражает. Вот подарочки вот так вообще часто висят, как бы маскируются, их тяжело бывает даже заметить. Ну, с телефона особенно, когда смотришь так мимолетом. По поводу акции, у нас сейчас идет единорог, да, он участвует в той вот акции, где нужно собрать, по-моему, всех дракончиков. Я сделал пару комбинаций на сосульку и сейчас переключился на единорога, то есть конфетка плюс гейгер. Так что вот пока что вывожу это все дело. Так, из новых дракончиков, ну, пока ничего нет. Выводится у нас, как там, урожай, дракон урожай, да, который был в прошлой акции, у меня сейчас выводится. Так, это мы сделали. Также у нас началось клановое событие. Давайте покажу сейчас свой код дружбы. 5B0F59, ребятки. Давайте посмотрим, друзья. Кто у нас тут ближайший? Точнее, подарим подарочки всем. Кому-нибудь. Не забывайте тоже, ребятки, делать подарочки, так вот отправлять. Список лидеров. Это у нас какой? Это глобальный, да? Коматос, знаем такого. Так, среди друзей. У нас сейчас на первом месте Кулина 2003. Давайте навестим. Введем, наверное, можно ввести в такую традицию. То есть каждую серийку мы будем посещать одного из наших друзей. Прикольно, кстати, наковальня. Ух ты. Ну, красиво оформлено, мне нравится. Интересно, да. И потом можно проголосовать, у кого самые красивые острова. Так. Давайте. Вот здесь плиточка прям проложена. Мне вообще наковальни понравились вот эти вот. Надо посмотреть, что это за наковальни. Может, себе прикупить. Вот эти наковальни Тора. Интересно, у меня есть такие? Ну, вот такие тучки точно у меня есть. Так, ух ты, у нас тут целый фермариум. Ух ты, да, ферм много. 118 уровень. Так, а чё у меня так ферм мало? То есть я чё, просто, получается, еще не построил кучу ферм, которых могу построить. Так, здесь у нас пустота. Ой, здесь все застроено. Ну, конечно. Так, здесь легендарное. Что еще? Еще и остров куплен. Да, и я здесь божественный. Все острова куплены. Вот такие вот у нас дела у Кулина. Кулина 2003. Или Калина, или Кулина. Или Кулена. Если ты смотришь это видео, напиши, как правильно твой ник читается. Так, ну, а мы возвращаемся обратно, ребятки. Смотрим, что у нас тут происходит.
Я тут много чего насобирал. Готово. Тут кто-то что-то просил. Давайте пятерочку подарим. Так, золото в жилищах. Я его, блин, собрал уже все золото. Не, не все, молодец. Я молодец, я не все собрал. В принципе, тут бывает такое, что очень классно попадаются вот эти вот все штуки. И ты вот просто за один раз можешь насобирать там на всю акцию вперед. Давайте зайдем в осаду. Мы тут неплохо штурмуем. Перевес у нас скоро будет трехкратный, я в это верю. Так что давайте поштурмуем. Так, отлично. Это мы сделали. Давайте сразу же поставим это все дело обратно. Выберем себе задание вот как раз в темницу, потому что я сегодня уже выполнял это задание, половину темницы прошел. Так что мы сейчас с вами пройдем оставшуюся часть темницы. Так, что у нас здесь? Листик, факел. Листик, факел. И тигр, да, получается, блин. Ну ладно, думаю, мы справимся. В той первой комбинации у меня была рысь, она ставила щит, потом шел архангел, шел и кто еще? И кто-то еще, короче. И Анубис точно вспомнил. И там мы нормально справились, но факел... Кстати, ну факел же у меня сейчас... Подожди, у меня сейчас же Анубис такую же силу имеет, как и факел. Ну что-то как-то факел лучше справляется. Массовый удар рулит. Алле-оп. Так, у нас там еще есть такое задание 16 битв выиграть. Я думаю, вот это тоже его сейчас взять будет. И пободаться там с вами на карте. Позавоевывать рудники, позавоевывать там эти свиточки, свиточки. Когда вы завоевываете все свиточки на карте, вам сейчас за это бонус дается. Так, мы еще какое-то задание выполнили, да? Ага, все, 4 из 16. А, это было задание... из события 16 битв. Опять мы попали на тайм-аут. Давайте отправим. Кстати, да, у меня же получается, я осень, ну так как бы заменил на Анубиса по факту, да, и мне теперь, в принципе, мне нужен дракон с зеленью. Зелень плюс какая-то стихия, в принципе, можно его будет качнуть. Ну, чтобы он был в команде. Осень, хороший дракончик, сильный, да, но такое дело, кого-то ж потом как-нибудь я тоже прокачаю. Прощай, листик. Так, ну мы прошли подземелье, давайте откроем левый сундучок. И три алмазика, лучший приз, который здесь был. И 505 кусочков, ребятки. Так, это мы выполнили. Дайте драконам еду. Это изик. Ух ты. Пяу. А где ты у меня находишься? Блин, так. А где это было? А почему меня сюда кинули? Ладно. Кому дадим поесть? Ну вот 15 уровень есть. Покормили. Отлично. Ну, еще раз. 24-й. Не-не, давайте мы сделаем не так. Мы сейчас пойдем. У меня здесь есть осколки где-то уже найдены. Вот, например, вот здесь. Обычный сундучок. И ничего ценного. Так. Давайте вот здесь легкие. А, 20 уровень только. Ладно, пусть идут себе там, ищут. А мы сейчас пойдем на другой остров. У меня там, по-моему, тоже кто-то что-то уже нашел. А ну-ка, тут что?
Так, о, здесь 23 уровень. Подходит, подходит. И вот, вот тебя нужно накормить на 22 уровень. Нужно как-то совмещать полезность с необходимым. И вот так вот, да. Отправили, в общем-то, всех на поиски. Там еще 13 часов искать. Так, здесь у нас нет. Еще у нас там есть где на болот. Так, что у нас тут за звездочка? Ага, улучшилось гнездовье. Так, еще одно. Я только одно гнездо еще могу поставить. И все, ребята. И на этом у меня заканчивается место. Так. Иди сюда, мой подарочек. Нужно собирать. Нужно собирать, ребятки, 200 лямчиков. 200 лямов собирать будем. Ну, если перестать тратить на еду, то мы насобираем его довольно быстро. Смотрите, снова. Это так можно насобирать бесконечное число. Так, приласкайте 18 дракончиков. Давай. Туземунец. Дракон Туземунец. Так, давайте вот. Леопард. Вот, даже алмазик нам дал. Кстати, у нас 633 алмазика. Для чего я это их собираю? Для сколько нужно на следующего дракона босса? Вот еще один леопард. У меня их 3 штуки, если напоминаю. Так, все, это я тебя уже гладил. Ты что, ты подставляешься? Так, давайте погладим глину. О, давайте вот здесь погладим. О, тигрик. Ну, это у меня тоже слабенький тигрик. Дракон-рыцарь. Вот, мы задание выполнили. Отлично. Руны пока не надо. Побеждайте в дополнительных битвах. Вот это вот мы возьмем. Но перед этим давайте мы посмотрим, сколько стоит следующий дракон-босс. Ну-ка, здание. Здание, здание. Я могу еще построить 3 фермы. Ну, на самом деле, как бы, нужды нет устроить фермы. У меня и так, как бы, денег меньше, чем я могу потратить на еду. Мне все деньги уходят на еду, без проблем. Здесь можно поселить сразу много драконов. Они же деньги не... Здесь можно... Ну, хорошо, как бы, они деньги там... Там, наверное, не приносят деньги. Это как хранилище, как в Monster Legend. Жилище я еще могу построить 6 штук целых, ребята. Целых 6 штук. Ну, для этого нам нужно купить новый остров. Ну, меня не так пугает новый остров, как то, сколько стоит его расчистить. Там, наверное, маленькие будут по 15 миллионов или по 10, а большие по 20-25 миллионов. И это печально. Так, ну мы же не посмотрели, сколько стоят драконы-боссы. 650. То есть, о, ну скоро мы сможем купить нового дракона-босса. И, кстати, получается, вот как раз я его сюда и размещу. Вот сюда. Если он поместится. Должен поместиться. Ну, а точнее, вот так. Вот так вот мы сделаем. И здесь у нас будет дракон-босс. Или отсюда, наверное, перемещу подарки куда-то сюда. Ну, в общем, там разберемся. Разберемся, когда будет с чем разбираться. Так, давайте мы, кстати, у меня была такая задача, то есть начать снова как-то, наверное, собирать эти всякие осколки Хроноса. Я Хроносом вообще не пользуюсь, это как-то неправильно. Ах ты, гаденыш, он там уже шарится. Придется подождать. Так, что здесь? Какого уровня нужны драконы здесь? 24-го. Ну, давайте. Отправим сейчас всех драконов. Тоже 24-й. Хорошо, что она выбирает сразу максимального уровня дракона. Да, данных классов. Так, ну, это нам как-то... Не особо страшно. Такие затраты по еде. Не беда. Стойкие разведчики нам дали какую-то награду. Опачки. А, 2 кристалла, ребята, 2 кристалла. Так, давайте сделаем что? Давайте будем всех сейчас поголовно гладить. Думаю, 2 кристалла, может, мы насобираем? Это же как бы, ну, совсем понты, 2 кристалла.
Но не бывает, то выпадает, то не выпадает, конечно. Ну, что поделаешь. Давайте попробуем, попробуем. Тогда бы мы сейчас с вами, если они выпали бы, купили бы сразу и дракона-босса. Ну, конечно, ну, рекламу тогда придется мне смотреть за кадром. То есть там выиграть кристаллы тоже как бы не беда. Дракон-джинчик. Ну, нам уже просто выпал один кристальчик. Так что... Это не факт, что мы так сможем что-то насобирать. Ну, не хотят, да? Упорно не хотят выпадать алмазики. 20 уровень. Так, ну у меня драконы все примерно 16 уровня и много 20 уровня драконов. Так, ну вот никак не хотят выпадать. Блин, вот, ну рекламу, я рекламу реально смогу посмотреть, и это все дело насобираю. Так, ну ладно, тогда, наверное, будем, ребятки, в следующей серии это сделаем. Не буду заставлять смотреть вас рекламу. А мы пойдем на карту. Нам нужно завоевать эти свиточки. Свиточки будем завоевывать. Будем сейчас искать, смотреть, где у нас есть свитки. Не завоеванные, так сказать. Я сегодня уже тоже их немножко повоевал. Так, давай, дракон-астронавт. О, люблю, когда факел справляется за один удар. Так, так, так. Ну, пойдем по порядочку. От самого сложного острова к более... слабому острову. Так, одни рудники, рудники, рудники. Даже здесь все пройдено. Вот свиточек. Крепкие попались. И добивай. Отличненько. Так, что нам надо? Идем дальше, на следующий остров, ребята. Так, свиточек. Еще один свиточек есть. Давайте на подъем. Так, гляди, может, мы сейчас и зачистим уже весь полностью остров, и нам дадут какую-то награду за это. Зачистили. Так, и вот я смотрю, здесь у нас, наверное, много будет свиточков, да? Ну, давайте попробуем. Тем более, если мы так быстро будем разбираться, здесь на острове у нас металл. Блин, что-то энергии. Так что мы здесь архангелам неплохо можем раздавать. Ну как раз архангел на двух металлических сейчас. И нету их. Так, зачистили. Так, идем дальше. Эх ты, гаденыш, выжил-то. Нехорошо. Дракон шипы. Так, это последнее очко энергии, но у нас их большой запас, целых 200. Так что мы сможем тут еще повоевать. Так, ну, смотрите, здесь довольно-таки много. Вот 1, 2, 3, 4, 5.
6, короче, еще, ребятки. Даже, 7, 8, нет, тогда еще их многовато. Не буду тогда вас мучить. Займусь этим папажей. Ребятки, так, давайте мы здесь что-то... Оху, 5 заданий выполнили, ничего себе. Готово, готово, готово. Так, алмазики дайте, а. Блин, золото мне тут раздают. Битвы на арене. Ну, да, давайте сейчас я... Битвы на арене. Это легко будет сделать. То есть я за сегодня, в принципе, смогу выполнить это условие. Потому что я откатился здесь в лиге. Вниз. Как-то неинтересно здесь сражаться. И потому, как бы, с легкостью смогу сейчас здесь все попроходить. Выполнить 4, а потом чуть попозже еще один бой. По-моему, такой самый противник у нас только что был. Так, ну все, у нас очков 0. Я на втором месте. О, очень странно. Ну, в бриллиантовой лиге, ребята. То есть еще один боечек нам провести, и будет все в шоколаде. Так, Исида, Исида, да? Так, это Тор. Это Исида. На 30 уровень, да? Давайте ее накормим. Ура! Так, огонь. Лучше бы у тебя зелень была. Или что-то другое. Ладно. Так, с этим тогда, ребятки, все. Сейчас я буду усиленно смотреть. Ладно, всего лишь 2 раза посмотрю рекламу. И смогу насобирать 650 очков. Так что, всем спасибо за просмотр и до скорых встреч.